41-й далекий, 41-й не близкий. Вновь мне чудится голос батальонной связистки. Снова голос кричит мне в телефонную трубку: «Сокол, я не забудка! Сокол, я не забудка!» Весь огонь батареи по квадрату 17. «Сокол, милый, скорее! Танки могут прорваться!» «Сокол, милый, скорее! Танки могут прорваться!» Сорок первый далекий, сорок первый суровый. Помню жаркую битву у развалин Ростова. Вновь не слышится голос, вновь становится жутко. «Сокол, я не забудка! Сокол, я не забудка!» Командира убили. «Сокол, бейте по штабу! Нас враги окружили! Не жалейте снаряда! Сокол, бейте по штабу! Не жалейте снаряда!» Первый не близкий, с той поры не встречал я той девчонки-связистки. Только верю упрямо, снова крикнет мне трудно: «Сокол, я не забудка! Сокол, я не забудка! Если ты не погибла в 41-м далеком, отзовись, незабудка, незабудка, я сокол! Отзовись, незабудка, незабудка, я сокол! Я сокол! Я сокол!